Электросон, механический массажер для ног и специальная лампа для дезинфекции помещений. Медицинские приборы стали первыми подарками к Новому году для учеников 218-й школы. Современной техникой образовательное учреждение обеспечил депутат Государственной Думы Российской Федерации Иван Фирюлин. Мы очень благодарны Ивану Ивановичу за оказанную помощь и поддержку, потому что материально-техническое оснащение, а именно медицинское оборудование, оно имеется, но оно уже морально устарело. С просьбой о помощи представители руководства школы обратились к Ивану Фирюлину во время приема, который депутат Госдумы провел в нашем городе 1 декабря. В образовательном учреждении обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, и ежедневно они нуждаются в различных медицинских процедурах. Не прошло и месяца, как депутат Госдумы приехал в 218-ю школу, чтобы лично вручить подарки и познакомиться с работой учреждения. Наша задача с точки зрения профориентации сформировать навыки будущего, которые позволят за любую профессию, которая нравится, в силу своих возможностей включиться. Для почетного гостя провели экскурсию по школе. Иван Фирюлин пообщался с педагогами и медицинскими работниками и даже побывал на одном из уроков. Как этих ребятишек поставить на ноги, и чтобы они были творческими, позитивными людьми. Я понимаю, что здесь благодаря коллективу им все удается, и преподавателям, обслуживающим персоналу держать на высоте. А если еще укрепить материальную базу с точки зрения беречь здоровье и помогать людям еще мощнее развиваться, это был бы великим плюсом. Сотрудники 218-й школы уверены, с новым оборудованием им будет легче оказывать ученикам квалифицированную помощь. А это значит, что дети смогут быстрее адаптироваться к окружающему миру. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный».